Резная сказка. Под таким названием в музее Первого Совета открылась авторская выставка народного мастера Ивановской области Льва Смирнова. Экспозиция получилась камерная и собрала в себе удивительные предметы искусства, выполненные из дерева. Наверное, главной ценностью этой выставки является, что здесь представлены предметы, авторские работы, выполненные в различных техниках. Это и трехгранно-выемчатая, так называемая, геометрическая резьба, это и рельефные ажурные узоры, которые напоминают кружево, это и рельефная выпуклая резьба, то есть самые разнообразные техники. Всего здесь около 70 работ – резные тарелки, ларцы, вазы, зеркала, трюмо и даже картины. Словно действительно попадаешь в сказку. Помимо резьбы по дереву, Лев Александрович работает в самых разных направлениях – от живописи до чеканки. Именно это помогло мастеру выработать свой стиль и создавать неповторимые работы. Из простых геометрических элементов создается сложный, богатый, красивый узор, где каждый штрих выполнен с большой точностью, аккуратностью и любовью. Вот тогда и создается орнамент. За несколько лет мастер выработал свой особый подход к работе. По-своему рисует эскизы, мысленно делит заготовку на несколько частей. Предполагается, что за время работы выставки Лев Александрович поделится своим опытом с гостями и устроит несколько мастер-классов. Большая ответственность в руки дать ребенку с 3, 4, 5 класса острый резец. Донести свои чувства, выражения какого-то орнамента непосредственно детям. Я чувствую его так, а дети могут меня не понять. Вопрос мастер-классов пока обсуждают, а сказочную выставку можно будет увидеть еще целых 2 месяца. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.